Уникальный дом на Мясницкой улице – один из красивейших в Москве. Построен в конце 19 века по заказу основателя чайной компании купца Сергея Перлова. На первом этаже размещался первый в Москве чайный магазин. На верхних этажах – квартира хозяина и конторские помещения. В подвале – складские и чай-развесочные помещения. Здание спроектировано архитектором Романом Клейном в стиле позднего Ренессанса. Позднее проект переделан Карлом Гиппиусом в китайском стиле к планировавшемуся визиту посла Ли Хунджана по случаю коронации Николая II. Несмотря на то, что посол остановился в другом месте, фасад с пагодами стал визитной карточкой магазина. В советское время здание было национализировано и перепланировано, в результате чего пострадал декор и конструктивные элементы. Перед реставраторами стояла задача вернуть исторический облик фасада. Фасадом проводилась работа по расчистке от старой краски. Также были значительные утраты непосредственно фрагментов и шпиатра, и керамических карнизов междуэтажных. Полностью были утрачены оконные решетки на первом этаже. Эти решетки были установлены по историческим изысканиям, по фотографиям и гравюрам. Белокаменный цоколь расчищен от старой штукатурки и покраски. Произведена докомпоновка утрат белого камня методом дамаски. Выполнена расшивка и заделка швов. Демонтирована гранитная отделка приямков, парапеты изготовлены из цельных белокаменных блоков. Произведена вычинка кирпичной кладки стен. Поверхность стен загрунтована и окрашена в первоначальные цвета. Произведена реставрация позолоченных штукатурных декоративных фрагментов дверного портала. Расчищены от красочных загрязнений мраморные плиты отделки пилястр и мраморные декоративные элементы. Оконные дверные рамы первого этажа и наружное дверное полотно главного входа расчищены от старого лака. Отреставрированное здание, в котором по традиции располагается самый популярный в Москве магазин чая и кофе, вновь является украшением столицы.